Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас BMW X6. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор. Пол в багажнике смотрим, кое-где вибропластом обработан. Задние арки голый металл. В автомобиле одни из самых шумных мест. Пол в салоне смотрим. Также кое-где вибропласт проклеен. Ну и небольшие квадраты в дверях. Готовим поверхности и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить шумный вибропласт на BMW X6. Проклеен у нас прокатан валиком по багажнике, задней арки. Также проклеен пол в салоне. Первый слой нанесли в дверях вибропласт, толщина его 3 мм. Второй слой. Наносим мембранный шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на X6. Проклеен у нас мембранным шумопоглотителем пол багажники, задние арки. Также мембрану нанесли на полу в салоне. Третий слой нанесли в дверях, вибропласт, толщина его 2 мм. И четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Автомобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!